Очень еще раз прям просим наших жителей, кто проживает в микрорайоне Ферма, с 9 часов утра до 18:00 по максимуму уберите свой автотранспорт. Мы вот уже за эти две недели в нескольких районах города убирались, также обращались к жителям, но хочу сказать, что очень халатно отнеслись, и потом как бы в нашу сторону, в наш огород летят камни, что мы плохо убираемся. Когда стоит техника, ваши автомобили, наша техника просто пройти не может. В связи с этим еще раз хочу обратиться, уберите машины по максимуму, мы чистим для вас, хотим, чтобы было чисто у вас, хорошо. Работы в микрорайоне Ферма будут проводиться силами МБУ благоустройства и местных управляющих организаций. Ровно в 9 утра вторника коммунальщики собираются на КПП поселка и приступают к очистке улиц, дворов и прилегающих территорий. Жители убедительно просят максимально освободить от автотранспорта придомовые проезды и парковки.